Здравствуйте, друзья! Это Краснодар. И сегодня у нас 14 апреля 2019 года. И начинаю я свой репортаж вот здесь, вот от цветущего Персиса. И сейчас мы подойдем к храму, но сначала покажу детскую площадку. Мы много уже площадок с Юрой прошли. Вот, это вот площадка, которая просто посыпана гравием. И считается, что именно вот такие площадки, они наиболее, ну, интересные вообще для детей и правильные площадки. Вот. Ну что, пойдем туда, к храму. Я буду снимать. Ты показал, что вы тебя... Это торгово-развлекательный центр «Горизонт». Так, стоим, красный. Вот это Тюляева, да? Да, это Тюляева. Угу. Пойдем. Вообще мы находимся в микрорайоне Комсомольский. Юра здесь уже живет давно. И мы подходим к храму Святого Духа. А, тут как раз сейчас температуру покажут. Покажи людям. Какая температура. Да. Правда, тут эти всегда. Ну, очень живописно цветет, и уже отцветает Церсис. Церсис. И эти. Ой, Церсис этот, как его? Парадиция. Парадиция. Тюльпаны. Сейчас покажем. Вон, покажи. Да, идет, показываю, да. Время Великого Поста. Ну... Интересно, что флаги. Да. Храм и российский, и кубанский флаг. Это тоже здорово. Да, в Чите такого не увидишь. Воскресенье. Сейчас температура, смотри. Вот, плюс 14. Показал? Нет, не показал. Ну, подожди. Да не надо, пойдем. Плюс 14 градусов. И мы входим на территорию храма. Я когда ехал вот по России, буквально вот двое суток назад, еще не было ни травинки. Да, здесь же, когда мы подъезжали уже с Волгограда, началась настоящая весна, уже цветение, трава зеленая, ну а здесь уже настоящее лето. Газоны уже стригутся. Березки во всей красе. Уже листочки. Да, листочки. Сколько времени это сейчас? Служба уже закончилась, да? Нет, еще не закончилась. Давай обойдем вокруг. Сейчас обойдем. 10:35. А, сейчас этот цветет. Тюльпановое дерево вам покажут. Водичку сделали. Угу. Храм, конечно, такой у нас. Чаю? Да. Нет, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. После службы всегда чай приглашают пить. Может, посидеть зайти? Не, не надо, сейчас как-то не хочется чай. Видишь, какое? Да. Персик. Насколько я знаю, это персик. Это персик, да. Красиво. Женщина вот зовет пить чай.
как-то все так по-домашнему. По-домашнему, здорово. Да. Там он какое-то облачение висит. А этот выходит, одевает, который звонок. А вот, смотри. Да-да-да. Тюльпановое дерево. Интересно, я такое... Оно уже отцвело. Угу. Отцветает, тюльпановое дерево. Ну, какое... Какое замечательное. Да. Как прямо в раю, да. А это же магнолия, да? Тоже тюльпановое дерево. Да, оно, по-моему, разное. Разное, да. Ну, похоже на магнолию. Магнолия то. Вот мы сказали. Вот он, тюльпан, видишь? А. Цветочки, а то магнолия. Я же перепутал. Mm. Вот тюльпановое. Вот когда на иконах, изображают благоразумного, когда изображают благоразумного разбойника, который был распят вместе со Христом и сказал, что когда будешь, Господи, в Царстве Небесном, помяни меня. Вот. И он ему ответил, что нынче же будешь со мною в раю. И вот на иконах с благоразумным разбойником, мне кажется, вот как раз рисуют что-то такое подобное. Вот так же много зелени и вот такие же. Райские растения, как сказал, как сказано в Священном Писании, что цветы земные, лилии, они так прекрасны, что ни один царь не одевается в такие одежды. Да, очень красивые мозаики. Апостол Павел. Юра, брат, ходит в этот храм, и поэтому вот он там стоит сейчас и общается. Своими знакомыми. Интересные такие балкончики. Колокольня. Ну, вернее, звонница. Ну и, конечно, вот тоже с любовью сделанный газон. Церковная лавка тоже вынесена отдельно. Сейчас во многих храмах это применяется. Очень тоже такая интересная, неприметная, красивая.
был. Ага. Пахнет даже. Ну да, запахи, конечно, да. Это мои эти, друзья. Угу, ну я понял. Прям рядом, как в кухне, заходи, да? И рядом там. Ну вот березка интересная. Угу. Или это не березка? Ну березка какая-то. Ну что же она такая? Ну вот так вот, таким шалашиком. Подсветка. Вечером храм красиво освещается. И вот тоже красиво. Тоже немножко она подвяла, вот эта, да, елочка. Но вообще очень интересный тоже, ровненький такой газончик. И так все. Это вот недавно проложили они воду. Поливное устройство. Угу. Ну вот, собственно, все. Это был храм Святого Духа. Краснодар, 14 апреля 2019 года. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я продолжу свои репортажи из и Краснодара, и из Анапы впоследствии. Так что оставайтесь на моем канале. Всего вам доброго. До свидания.